Всем привет, друзья! С вами снова я, житель, и Данил, и Metro Ghost. И сегодня мы будем играть в блок дроп от второго лица. Это наверняка самый сложный челлендж во всем мире, ведь нам придется играть как в самом настоящем GTA, я не знаю, от второго лица, то есть вот так. Я не знаю, что из этого у нас получится, ведь мы никогда до этого так не паркурили, и вообще мы не знаем, что из этого вообще выйдет. Поэтому, друзья, мы сейчас это проверим, мы сейчас это все сделаем, ну а с вас лайк и подписка. Ну и погнали! Так, окей, друзья, это последняя наша встреча с первым лицом, и мы переключаемся на второе. О господи, это выглядит как самая настоящая GTA, но в Майнкрафте. Окей, ну что? Что я могу сказать? Это не так уж и сложно, как выглядит. На самом-то деле, это довольно легко. Я вам сейчас объясню почему. Потому что как бы в GTA все играли, и там тоже нужно бегать. Поэтому все умеют вот так вот, не знаю, бегать, прыгать. Но вот паркурить, это уже совсем другое дело. Потому что ты не знаешь расстояние между блоками. То есть это не совсем так уж и просто. Как, например, у меня, я постоянно рассчитываю, сколько расстояние до блока, которого мне нужно взять и допрыгнуть до него. Например, вот сейчас я не понимаю, сколько блоков до какого блока. Вот вот так вот, бац, так, тихо, опасненько, я вам скажу. Кстати, Metro Ghost мне говорил, что он уже паркурил от второго лица, и если честно, он сказал, что это довольно легко, и даже он выигрывал в этой игре. Но вот сейчас я понимаю, что это нифига не легко, и я не знаю даже, как я тут буду паркурить. Но если честно, у меня что-то выдает. Выходит. Данил, например, вообще не любитель от третьего лица, от второго играть. Друзья, от третьего лица тут просто невозможно играть. Вы бы видели, что происходило, когда я пытался здесь хотя бы от третьего лица играть. Потому что, друзья, я не знаю, если честно. Я пытался сделать от третьего лица и от второго, но что-то да и не получилось. Потому что невозможно, просто невозможно. Ну и если вы хотите, друзья, обязательно наберите кучу лайков. И я сниму видос, где я играю, например, в Эгварс, в Скайварс. Может быть, опять же, в блок дроп, но только от третьего лица. То есть, друзья, я буду постоянно смотреть на вас. Это просто невероятно. Окей, я думаю, что на самом-то деле, блин, нифигово я так паркурю от второго лица. Тихо, вот тут, блин, я занервничал немножечко, извиняюсь, друзья. Я немножечко что-то да и перепутал клавиши и упал. Но этого ничего страшного, ведь даже от первого лица я тоже так вот путаюсь. Тем более, что этот уровень уже стерт. Так, окей, вот тут вот аккуратненько. Самое главное, не паниковать, друзья. Если вы запаниковали, то все, это конец. Так, ну Данила и Metro Ghost уже почти что на первом уровне. Так, окей, это странно. Точнее, на последнем. Это очень странно. Как вы так там уж паркурите? Неужели это так сложно для вас? Для меня это вообще легко. А чё это было? Какого фига я на перышко нажал? Я хотел на бутылек нажать, перышко нажал. Нифига себе. Вот это я, конечно, крутой житель. Ну что со мной поделать? Не заметил, что я перышко взял. Так, вот тут вот, аккуратненько. Блин, вот это вот неплохо, конечно. А чё у меня закончилась прыгучесть? А почему у меня так закончилось? А я чуть не упал. Так, окей. Ну знаете, друзья, все идет немного, знаете, не так, как я думал. Я думал, что я постоянно буду падать, но оказывается нет. Я нифигово так паркурю. Оказывается, я умею паркурить от второго лица. Наверное, знаете почему? Я уже проходил Эгварс от второго лица. Вот тут вот что-то непонятное случилось сейчас. Наверное, потому что я немножечко, знаете, потерял то. Так, а это что такое? Я что-то восстановил. Ага, вот это понятно, неплохо. Так вот, я уже играл в Эгварс от второго лица. Я вам скажу, что это было очень сложно. Но сейчас я паркурю, и я немножечко удивлен даже. А как я так паркурю и не падаю? Хотя нет, я упал уже несколько раз, неплохо так упал. И если честно, сейчас последний мой прыжок вон туда, и для меня закончится проигрышем. Поэтому нужно аккуратненько. Я чё, серьезно что ли, против Данила паркурю? А где Metro Ghost, где все? Неужели они все попадали? Как так? Так, окей, это оказывается очень сложно. Если честно, я не ожидал, что мы с Данилом будем один на один. Но сейчас выиграет вообще рандом, потому что Данил не паркурит хорошо от второго лица, что я не паркурю хорошо от второго лица, если честно. Да, вот сейчас будет опасненько. Опять же, друзья, если вы хотите, чтобы я снял... А как это так? Данил, ты что, упал? Нифига себе, а как я так победил? Я думал, друзья, ой, что это, что такое? Давайте я на вас погляжу, а то я постоянно мой затылок, вы прекрасную мою лысину все это время видели, блин, как так? Короче, друзья, я не ожидал, что настолько будет все легко, блин, даже немножечко удивительно. Ну, друзья, если вы хотите, чтобы я снял челлендж от третьего лица,
О, вот это будет круто. Эгварса третьего лица. Вы послушайте, насколько это сложно звучит. То есть мне приходится вот так вот буду бегать, вот, то есть вот так вот паркурить от третьего лица. То есть постоянно смотря на вас. Но у нас от второго лица сейчас нужно здесь пропаркурить, потому что я сейчас что-то не понял, что это случилось. Я как-то так очень легко пропаркурил и даже победил. Что-то странное случилось. Ну ладно. Так, окей, вот тут аккуратненько вообще странно. Знаете, у меня такое чувство, как будто бы я и в Майнкрафт играю, а в GTA. Но это да и понятно, потому что в Майнкрафт от второго лица играть как-то странно и непонятно. Но смотрите, я что-то вообще вытворяю. Что я вытворяю? Какие-то немыслимые вообще вещи. Вообще, как я так паркурю, друзья? Объясните мне, пожалуйста. Некоторые люди не могут даже паркурить от первого лица. Что я здесь вытворяю? Просто космические вещи. А ну-ка, смогу ли я залететь на вон тот уровень? О, тихо, мне придется сейчас залетать на вот этот уровень теперь. Вот это я, конечно, знаете, немножечко выпендрежник. Небольшой, знаете, немножечко, совсем чуточку. Но я залетел, это даже немножечко удивительно для меня, опять же. А как этот чувак там стоит? Вы это видели? Он просто на одном месте стоял. Ну и сразу на самый последний левел упал. Ну понятно, чувак просто заруинил свою катку. Непонятно зачем. Так, окей, вот тут вот аккуратненько, нифигово так. Я паркурю здесь, а. Так, ну тут вот даже, не знаю, переживать за что-то, за то, что я упаду, даже как-то бессмысленно, потому что здесь очень много кубиков, как бы, например, вот тут вот вообще куча кубиков. Я могу спокойненько вот так вот паркурить и ни о чем не думать. Но все равно, руки потеют, все очень напряженно. И если честно, у меня даже немножечко, знаете, такое чувство, как будто бы я левша какая-то и паркурю. А как-то странно так, вот тут вот вообще было сейчас опасно. Как я так пропаркурил, я вообще не знаю. Ну ясно, но только что я нормально так пропаркурил. Но тут вот мне не повезло немножечко, и тут не повезло. Чего? Ну тут вообще надо сейчас взлететь, я считаю. Я считаю, что сейчас нужно нам воспользоваться тем, что нам дает сервер. Офигенно просто, вот тут вот аккуратненько. Чувак, ты мне подрезаешь кубики, офигел вообще? Офигел вообще, чувак, а что мне делать? А что мне делать? Офигенно просто. Чувак, что ты наделал? Он просто мне заруинил все. Я чуть не упал в самый низ. Офигенно просто. Я не ожидал, что настолько будет сложно. Я не буду активировать скорость. А потому что... А хотя, знаете что? А почему бы и нет? Давайте активируем скорость. Я вроде как нажал на скорость. Да, вроде как да. Окей, давайте немножечко так пропаркурим. Вроде как даже тут со скоростью даже очень даже неплохо паркурить. Но если честно, мне что-то не нравится скорость здесь. Как она быстро заканчивается. Потому что иногда опасно вот так вот, знаете, когда у тебя скорость, она заканчивается быстро, и когда ты типа прыгаешь куда-то и хочешь допрыгнуть, она внезапно заканчивается. Тихо, ты чё? Ну, притормози немножечко, житель. Ну, я, конечно, все понимаю, что ты хочешь упасть, блин, в ту, в, вон тот пруд. Пруд? Это пруд же, да? Это какая-то лужа непонятная, если честно. Это какое-то озеро. Нет, водопады, это море. О, чего? Вот это... Вот это сейчас было очень странно. Да, я этого даже немножечко не ожидал, друзья, что я так упаду глупо. Но смотрите-ка, Metro Ghost упал, и получается, Данил у нас выиграл. Получается, что здесь работает 50 на 50. То есть рандом все-таки присутствует. Знаете, небольшой такой, типа я победил, потом Данил, потом Metro Ghost, получается, победит. Вот это мы сейчас проверим, друзья, проверку сделаем. Прикольно вообще, знаете, мы все победим. И как это, блин, вообще возможно, получается? Вот эти все расчеты, там вот эти математики гениальные. Получается, они что-то явно знают. То есть они могут легко взять и что-то и сделать то, чего мы не можем. То есть они сделали то, чего никто не смог. Получается, да, я все правильно говорю. То есть, да, получается, что так они от нас что-то явно скрывают. Вот, не верьте математикам, они явно от вас что-то скрывают. Опять же, друзья, я паркурю, но я паркурю не от того лица. Почему? Я что-то забылся немножечко, друзья, извиняюсь, но я все быстренько исправил. Так, у меня рыба. Нокбэк Немо. Что? То есть, получается, я могу сделать вот так? Девочка, извиняюсь, я не хотел, просто извини меня. Какого фига? Вот это да, конечно. Здесь можно вот такие заподляночки делать. Ну-ка, я хочу еще эту рыбу получить. Я хочу кого-нибудь скинуть. Например, опять же, ту девочку. Она какая-то странная была, ну ладно. Так, друзья, тихо. Вот тут вот аккуратненько. Я не должен ни в коем случае упасть. Если вы не верите, что это сложно, вот зайдите в Майнкрафт. Зайдите в какой-нибудь паркур, в тот же самый блок дроп,
и просто попробуйте пропаркурить от второго лица. Наверняка вы тут же упадете вниз, потому что я привык паркурить от второго лица. Я вам сразу говорю, что я постоянно паркурю от второго лица. Да и в GTA я тоже играл, поэтому как бы мне попривычнее. А то есть на телефоне вообще невозможно, по-моему. Хотя у меня был телефон, на нем был Майнкрафт, я как-то там справлялся, знаете, я даже неплохо так даже играл. Я даже немножечко в шоке, как я так делал. Ну, короче, да, что-то я заговорился уже. Я, блин, паркурю или рассказываю, блин, какие-то интересные вещи. Короче, мне сейчас нужно вот так вот запаркурить. Аккуратненько, вот так вот раз, вот так вот два. Нифига себе, вот это я крутой, конечно. Хотя я и не паркурю, я просто бегаю. Но это уже хоть что-то. Сколько у нас человек осталось? 5 человек. Вот это интересно. А что я взял? Перышки. А у нас нету верхнего левла. Какого фига? А кто его съел? Так, чувак, неужели ты? Да, конечно, вот этот чувак прожорливый, я бы сказал, вообще. Так, это Metro Ghost, нифига себе, он паркурит неплохо. Но вот сейчас вот мне аккуратненько нужно. Вот тут вот, а раз, ага, вот тут вот, неплохо, неплохо. Как, блин, я упал, нифигово так я упал, я вам скажу. Потому что у нас последний этот левел, у меня есть перышки, я бы мог запаркурить на тот. Но, если честно, мне чего-то не хочется этого делать. Ну, давайте попробуем, вот просто попробуем, почему бы не сделать это. Так, окей, у меня еще два перышка есть, вот так вот, раз. Блин, ладно, не получилось. Не получилось, просто не получилось. Мы не будем обращать на это внимание, а то я сейчас впаду. Мы просто возьмем вон то, что это у нас. Какая-то звездочка, ну-ка. Что это рыба или нет? Это перышко. Так, окей, это неплохо. Знаете, чем мой канал отличается от других? Здесь вы найдете те видео, которых никогда не было ни у кого. Например, паркур от второго лица. Ну, то есть, кто это еще снимал, кроме как я? Я не знаю, если честно. Ну, мы возьмем немножечко скорости, но все-таки, ну как бы, сервер нам дает такую штучку. Ну, как бы нам ею воспользоваться правильно, что я вытворяю? Друзья, я просто устал уже паркурить. У меня мозоли уже на пальцах. Я не понимаю. Так, окей, тихо. У меня уже клавиши стерты. Офигенно! Просто, да нет, просто невозможно. Ну тут уже невозможно было. Вот согласимся, что здесь, вот тут вот особенно, здесь уже нужно было от первого лица паркурить, потому что здесь вот, если честно, я не знаю, как я паркурил так, но давайте проследим за Данилом. Он что-то да исправляется, его девочка подрезает. Девочка, ты офигела? Это девочка? Да, это девочка, нет, это какой-то чувак. Так, понятно. Но нифигово так Данил паркурит от второго лица. Я даже немножечко удивлен. Ну, типа, серьезно, что ли, так можно паркурить? Но эта панда еще лучше паркурит. Мне ли кажется, она все упадет? А упади, прошу тебя, панда. Все, просто падай. Просто возьми и упади. Да! Чего? Как? Она взяла и упала. Я то есть сказал ей, упади. Она взяла, послушалась меня и упала. Как ты это сделала, панда? Ты вообще что ли? Она еще и вышла, ну ясно. Ну что ж, друзья, я провел такой вот крутой челлендж. Эта задумка была Metro Ghost, прикольный челлендж. Я на самом-то деле очень даже рад, что я в нем участвовал. Но если честно, он супер сложный. Если вы не подготовленный человек, который не играет 24/7 в Эгварс, то скорее всего вы никогда так не будете паркурить от второго лица. Я надеюсь, что вам понравился этот видеоролик. Я надеюсь, что вы поддержите меня лайком и подпиской. Ну а с вами был я, Житель, ну и также с вами были мои друзья. Всем до скорой встречи, всем пока!